Пойдем, что ли, на старый добрый синенький. На синеньком мы давно больно не играли. Пересели на красненький. Сейчас вспомнить бы, как им играть еще. Там-то вся надежда, что в один ход убьешь. О, да, отлично, кстати. Ну, теоретически, если нас не убьют этого чувака, то будет все замечательно. Надо убивать по-хорошему. Давайте, пока можно. О, Найтмава откинули. А может, красно-синий контроль как раз с Кредлом, кто знает. Либо Скайкрагу не раздали. Да, походу, красно-синий контроль с Кредлом. Отлично. Вара Найтмау есть. Нам теперь нужна пятая манка. И все будет тип-топ. А я в этом сезоне так не смог мастера войти. Обычно за вечер получается, за полтора, да? А тут нифига не получилось. Что красно-синего, кроме пермафроста, с этим бороться нечем. Ему влетает по 14 заход, то есть 2 хода он мертв, если пермафроста не будет. Все, да. Ну, красно-синему сложно что-то сделать. Ну, на пятый ход Варую плюс Найтмау поставить, это 13 неблокируемого урона. В принципе, облитерейт мог бы спасти Вару. Найтма все равно по семерочке пинал бы. Райва, перестань же начальц. В этом сезоне Ракана подводит. Либо попробуй с этими, с Фьюрими поиграть. Мне на нем намного лучше сейчас играется, чем на классическом. Блин, такая прикольная рука. Ай-яй-яй-яй-яй, как печально. У нас и Вара, и анимист на стартовый. Это довольно неприятно. Блин. Мы с вами, смотрите, и Вару, и анимиста, и Найтмаву подровали. И это грусть, печаль. Это грусть, печаль всех наших финишеров. Как же ужасно-то, а?
А нам надо ли на два бояться или нет? Говорят, могут, но я ни разу не видел. Я не видел ни разу. Не хочу я милиться, а куда деваться? Давайте оставим еще пока. Ну, я не буду утверждать. Где-то читал, что вроде шанс есть, но утверждать не буду точно. Ладно. Теперь можно и помилить. А кто у нас там вылез? А, блин. Ну куда деваться? Надо поднимать. Ну сейчас его ставить нельзя. Нам надо поставить и активировать обязательно. Иначе все бесполезно. Блин, нам надо что-то делать. Ну, давайте. Помилимся. Нам надо еще найти что-то под скрим. Блин, грасп нашли. Фигово. Нам бы надо 5-5 найти под скрим было. Можно было рискнуть. Ну, ладно. Только грасп замилили. Ну, фиг с ним. Ладно. Конечно, рисковались мы очень сильно. У него будет дабл атака, да, у кого-то? Ах ты как, прикольно. На, это новая колода лайтаута, да? Все, понятно, что это так. Драгонхёрд. Где-то на нее прям этот. Кто ж ее? Либо Манус, либо Лайтаут прям недавно укладывал. Забавная колодочка. Нет, с одной маны плохо. А так у нас и скримы есть, и чем забрасывать есть. Кстати, это тоже ничего так на самом деле. Два граспа. То есть нам можно сейчас накидать и до пятого попробовать что-то найти. В принципе. Почему нет? Еще бы одну синюю, мы спокойно вару закинем. Да, вообще замечательно, кстати. Чем есть чистый праксис, у нас есть шанс. На самом деле. Потому что он первые ходы не так сильно агрит. А дальше по ситуации.
Да, в крайнем случае просто ее саму под себя скинем. То есть просто получим за два циклинг. Да, замечательно, на самом деле у нас все идет. Нам теперь еще одну земельку, дабл вара и все. Если там стюарта нету, а стюарта здесь обычно не бывает. Давайте пока не будем скидывать. Если он сходит в атаку, у нас есть титан. О, если он поставит титана, мы просто убьем титана. Посмотрим, что он сыграет сначала. Плюс у нас есть антистюарт, если вдруг будет стюарт. На самом деле. Так, ну что, ребят, дальше продолжаем, да? Мы, кстати, уже можем начать, но нам хочет еще кого-то поставить. Давай мы... Нет, убивать нам здесь тоже нельзя. Ставить нам тоже бесполезно. Давай сначала посмотрим. Да, и побольше всего и такого. Все отлично. Просто отлично. Иди сюда. Ты издеваешься над ними как хочешь. Ну чё, поехали? Вара, заварой, за Найтмавом. И усё, у нас с вами 25 урона. 18 плюс... 7. Конечно, если у него там нету, например, посалить вот этого за 3, да, парифи, 3 урона и сала, то это очень печально. В принципе, так все печально у него на самом деле. Я не знаю, он может, конечно, выиграть каким-то чудом, но я сомневаюсь. В крайнем случае, у нас есть еще одна перезарядка вот этого стола. То есть это офигенно просто, да, мы на пятый ход, да, ну... За 5 маны поставили 3 вары, и я Найт Мава. То есть играет немножко по-другому, чем красный. Красный все-таки там за один ход рассчитывает убить. А тут полномерное давление кричами идет в синем реаниматоре. Наверное, на 5 ход вот поставить то очень прикольно. Привет, Лёх. А чё ж ты там услышал такого? Чё, неужели у него там будет сало сейчас? Ну она такая, она когда заходит, когда не заходит. Тоже слишком от раздач зависит, от оппонента. Также против этого мы Стюарта тоже проигрываем. Нам салит кладбище и все. А может быть, Лех, может, я так обрадовался. Что нам дали покрутиться? Ты там участвуешь в турнире от Майл, записался? Вот, кстати, тоже классно. Первый ход Storyteller, второй ход дискардим Гаргону, на третий ход ее со скрима поднимаем. А потом еще Dark Return поднимаем. Посмотрим, что оппонент только будет.
Давай, 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 раканкой. Сейчас главное, чтобы Сварфейвера не убили здесь его. И все будет просто замечательно. Но здесь будет Стюарт. Здесь 100% будет Стюарт. Да нет же, как так? Как так? Варафавор. А, ну, кстати, ничего страшного. На самом деле, дико противная колода против нас. Здесь куча сала и плюс еще Стюарт может быть. Три вары, ребята, три вары. Три вары, это круто. Блин, иди Ракана, зачем мы эти ксенанами? Куда их? Зачем их? Почему их? Иди ксенанками. Давайте мы попробуем сначала посмотреть, есть ли у него спел. Да, у него какой-то спел есть. А давайте. Там баниш, скорее всего, будет. А, Девоер. Отлично. Мне кажется, сейчас они не очень, Лёх, не знаю, я бы тебе лучше брака нашел, чем ксенанами этими. Хотя, в принципе, есть хочется. Ой, ребят, нам столько времени дают с вами, кстати. А вопрос, есть ли у него харшул? Давайте мы не будем оставлять, по идее. Ох ты ж, ёшкин кот. Так, нам теперь аккуратно надо. Подискардим, с порфолком. Отлично. Отлично. Все, ребят, отлично. У нас если Стюарта не будет. Мы сейчас с вами просто делаем такой летал дикий. Ох, то есть второй прикол. Вара. 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 Теперь вот именно вот этот вот Flying Charge. Сейчас он пробьет. Поставит нам двух бестов. И мы еще поднимем две кричи. Да, то есть мы поставим Найтмава, чтобы анблока был, и Гаргону. Ну, придется Порфолка еще милить, и еще милить. Накидали. И все с анблоком. Сейчас, конечно, харшул будет, но фиг с ним. Такой эпичный харшульчик. Так, вопрос, есть у него второй харшул. Один раз ему нормально все получилось. Мне нравится тем, что здесь просто целый стол заставляешь одной картой. Нет, ты нам не нужна. Е-е-е, ребят, у нас еще один грасп. Замечательно. Так, где у нас бисколлер? Бисколлер с хостой, вот он здесь. Черт, у него баниш там, ну ладно.
А то бы еще бы две поставили. А чё я вара, две вара-то не поднял? Блин! Я так обрадовался, а? Ребята, а чё я не поднял трех вар? Это был бы такой, такой пипец бы просто сейчас. Ладно, еще одна попытка. Я опять так зеваю в своем любимом реаниматоре. Слушай, точно, надо было все. Я что-то совсем захотел беста побыстрее поставить. Я что-то думал, что там ничего нету. Надо было трех вар ставить, а потом беста. Ну ладно. Оппонент меня простил. А если мы ставили трех вар, потом беста, мы ставили двух крич и ставили 6 крич. Да, потому что было бы 3 вары, все правильно. А так мы поставили бы только двух с варой, еще двух, да, было бы поменьше. Ну ладно, в итоге тоже все неплохо вышло. Нам круто зашли несколько подряд гроспов. Хорошие раздачки на самом деле были. Не так часто бывают они в реаниматоре, прям такие здоровские. Когда я подискардил в начале и... Харбиндер, конечно, круто, но это шестой ход. Поэтому непонятно, это монорет или что еще. Да что, уход нам еще надо дожить. Ладно. Да, сейчас... На самом деле надо это сделать, как я раньше делал. Когда одной декой долго играешь. Смотрите, ребят, тут по идее, я правда редко этим пользуюсь, но есть такая команда боту, деклист, только если вместе напишите, и вы получите ссылку на деку. То есть, если я какой-то декой буду играть довольно долго, я это буду сюда выкладывать к боту. Ну, или если я забываю, вы тоже говорите, чтобы любой текущий может мог дойти и взять. Ты каких имеешь в виду? 3-4, которые... Которые... Нет... Немного не понял, тракторист, про каких пучих ты говоришь? О, отлично, кстати, у нас с вами прям опять комбо. Третий ход в Крим идет. Вообще замечательно. Опять я сейчас не красный какой-нибудь. Или торч и так. О, белый, белый вообще замечательный. Спел под это. Получилось с деклистом, там сработало. Ну, просто ссылка в пазби не откроется, и спокойно вы копируете, вставляете себе, если интересно. Да, монобелый нам дает отличные шансы поразгоняться. А, за 7 маны 5-6 флеш, что ли, которая? Да не, мне как-то вражеская бездна не важна, мне своя чисто нужна. Let me tell you a tale.
То есть мне бы со своим работать было бы все хорошо на самом деле. Тут слишком все в притирку. Тут и так куча всего просто не хватает. Что тут, в принципе, нету места. Тут хочет еще ремувалов побольше там. Вот этих комплект играть и так далее. Просто нету места, к сожалению. Все и так очень плотно стоит. Че, мы мушварку оставим? До 8-то маны, в принципе, ничего так. Давайте скинем один. Один Геральсонг. Варку оставим на 6, 2 манки еще есть. Против бело-синего тоже у нас неплохо. Главное сейчас слишком быстро не умереть. Так, аннигиляция это хорошо. Не, нам здесь не нужен спорфолк с вами. Нам не нужен спорфолк. Нам нужно дойти до... До манки надо дойти. Да, сюда тоже. И не умереть. То есть, вот у нас есть с вами... Нам надо продержаться с вами 2 хода, ребят. 2 хода надо продержаться и не умереть. Наверное, больше не будем сбрасывать, отдавать будем его в блок. А, нам не дадут его отдавать в блок. Ну ладно. Так, поставили блокера. Мы сможем убить Титана. Причем давайте Титана убьем сразу. Бывает, что у них есть бэк-бэк-слэши всякие, нам могут поконтрить. Мало ли что, давайте сразу убьем Титана, пока у него маны нету. Потому что мы все равно хотим убить Титана. Ну все, теперь все нормально у нас. Отдаем сюда. Вара за Варой, за Гаргоной с чаржем. Пошли в атаку. Отлично. Титан. Титан не страшен. Убили Титана. Бисколлер, подняли Гаргону с чаржем. Подняли еще Гаргону. Молодец, я рад за тебя. Сходили в атаку. Варами нам не надо ходить, отдавать их. Dark Return теперь есть. Все круто, можно сбрасывать земельки. Спорфолк, спорфолк. Да, давайте помиль. Давайте мы спорфолка оставим. Мы сейчас мильнемся конкретно, посмотрим, что может быть у нас unblockable там будет с вами. Нет, противник нам не дал. Давай шарк нас еще чуть-чуть. Там уже алмаз, от алмаза уже и до мастера недалеко. Если у нас сегодня еще пару игр таких нормальных будет, может быть, пока отложить летунов и записать сначала по этому реаниматору гайд. Все-таки на нем дофига больше всего игр, больше всего всяких прикольных видосов на нем есть. Блин, классная рука, но нету крич. Что же делать-то? Хотя давайте рискнем. Надо рисковать. Алмаз в этот раз вообще жестокий. Я на втором просто удолбался сидеть.
Нам хотя бы каких-то крич, чтобы их проесть, поднять. Ладно, два ремувала есть. Я его в этот раз очень долго я на нем сидел, просто безумно долго. То есть обычно на первом сидишь немножко, а тут я два дня на втором сидел. Ну правда, конечно, я чуть-чуть играл, но все равно я не мог никак вылезти оттуда. Да ладно, не переживай, все нормально. Вот, самая большая проблема для нас – это агра быстрая. Потому что против агры мы ничего не делаем. А там торчок, наверное. Не, полнейшее удовольствие это как раз маг-то воровать к себе на кладбище. И он уже становится за тебя. Вот это вообще прикольно на самом деле. Вот этим как раз 5-6 засады с полетом. Маг-то в атака поставил, маг-то к тебе. Все, маг-то твой. Красотенюшка. Ох, ребят. Все здорово. Пока что. Ну как здорово, плохо, но... У нас никакой варки нету тут? Блин, никого нету. Агра самая сложная. То есть самый сложный этот, конечно, черненький Steward of the Past, который салит кладбище. Но агра вторая по сложности, потому что ты просто не успеваешь ничего делать. Тот тупо деку отключает, а здесь ты не успеваешь. Не, сюда массовых черных пауков точно не надо, они здесь бесполезны совсем. Чтобы пауки были хорошие, нужно это надо в этом играть. Как там его? В Калисе надо играть. Или в Сакрафайсе. Там пауки вообще волшебные. Там куча токенов. Там по 5, по 3, по 4 паучка стабильно ставишь. Здесь у тебя все-таки такого нету. Здесь у тебя крич мало, и они все большие. Поэтому пауки здесь очень слабые. Не поставишь. Вот их в Калисе круто. Я их обожаю. В Калис деках. Они мне очень нравятся. Одна из ключевых карт там. Опа! Ух ты! Нам что лучше, кстати, с вами, ребят? 5-5 или подровываться? Не, давайте лучше попробуем под ним более серьезную задачу поставить. Типа, как отбиваться от 2-5-5. Отлично. А ты кем играешь, Аркнесте? Какой декой? О, варка есть, отлично. Не, они агру не остановят. Пауки вообще агру никак не останавливают. Агра нас убивает на первые 3-4 хода. Паука мы поставим на третий ход, он будет 1-1 всего лишь. И все. То есть он тебя никак не остановит агру. Агра нас убивает до пятого хода, агра нас убивает. Паучок будет на третий ход, один паучок, и все. Поэтому они никак. Паучки хорошо, когда у тебя куча гренадинов 1-1. Когда куча существ на кладбище.
Когда мы ставим по 3 и по 4 паучка с одного спыла. И они есть больше, в этой деке ничего не делают. Крича 1-1 с дестачем, когда мы комбимся, закручиваемся, убиваем в 1-2 хода, оно нам не выигрывает игру никак. То есть не для этой деки, они для сакрафайс деках, для красно-черных деках на сакрафайсе. Просто сакрафайс, калис и так далее. Блин, нам нечего подставить. Я не хочу. Блин, у меня же вары есть. Ё-моё, что я делаю? Ладно, отлично. Оппонент нам помог. Оппонент нам сильно помог. Просто здоровски помог оппонент, да. Вара? Кого нам лучше с вами? Двух 5-5 поставить, чтобы задолбать? Нет, давайте сначала одного 5-5. И одного... 3-2. Всем был 5-5, надо было ставить. Но тут без разницы, ладно. Там он кого-то нашел там, кстати, с нами. Он кого-то нашел. Нашел он и Карию, наверное. Повторяем. А тут явно уже ставим 2-5-5 просто, чтобы убить его. Да, это Икария. Это ничего не делающая Икария. Ну давай не сдавайся, ну ладно, а то сейчас анблок и еще было бы веселее. То есть смотри, тракторист, пауки очень крутые, вот в такой деке. А когда у тебя вот, когда у тебя просто куча, здесь 1-1, здесь крича-крича, здесь крича, здесь... Три кричи на халяву. И пучки все время мы по 3 их ставишь, по 4 ставишь. Плюс они блокуют калис и так далее. То есть в такинятнике вообще волшебно. Это типа того, что ты должен стукнуть. Ты не в ответку должен ударить в оружие, а ты должен стукнуть именно сам. Оно вроде урон-то наносит, да, но там нужен именно хит, нужен именно удар. Это в атаке, либо способностью и так далее. Ё-моё, даже не знаю, кого сбрасывать. Ну, раканка, ты, надеюсь, играешь с этими, с кодексами, да, все-таки решил пойти? Спасибо большое.
Смотрите, кстати, прикол еще. У нас сколько с вами карт? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. А мы еще сбросим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. То есть, по идее, можем сбросить его, хотя у нас дофига сбрасывалок. Ну, нормально, слушай. Четыре, тут вары четыре. То, что нам нужно вару как можно быстрее закидывать, чтобы она у нас была. То есть, это, то есть вара здесь очень важна. То что чем быстрее мы ее закинем на кладбище, тем быстрее мы ее поднимем с гроспа и так далее. Давайте попробуем, что у нас с вами есть. Давайте сначала посмотрим, есть ли у него что-нибудь из спелов. Да, у него есть какой-то спел. Ну, какая разница? Значит, мы дадим... А, горгоны есть. Не, нам давайте закинем-то еще одну горгону. Закинем еще одну горгонку с вами. И дадим скрим ей, чтобы у нас было две горгоны со скримом. Сейчас будет титан? Да, титан, ну ладно. Земля, нужна ли нам земля одна еще? Наверное, нужна. Или так все нормально? Так, с титаном нам нужно найти какой-то ремувальчик. Плюс мы знаем, что у него есть торч. Можем ли мы на 4 пропускать? Давайте попробуем пропустить. Все равно он все-таки быстрый спел держит. Ну хорошо. Вару, нам надо Давара побыстрее найти. Или анимиста поднять. А у нас тут есть анимист, который убивает всех с силой меньше трех и станет всех остальных. Это у нас вместо Маслухи, у нас Крича. Чем мы его можем поднять за 5 маны, можем свары поднять, и он поднимает свары еще кого-то. Вот у нас анимист вместо массового ремувала. То есть станет всех, либо убивает всех. У нас же варка, у нас же реанимация, нам Крича, а поскольку она Крича, делает то же самое. Это намного прикольнее. Так, давайте мы тогда пробьем сюда. Нам больше нам не нужен он. Чуть-чуть бы нам прожить только. Тут поскольку это комбо-колода, само по себе весь стан всех нам ничего не даст. То чтобы убить, у нас есть анимист, чтобы пройти, у нас есть unblockable. Как бы, теоретически бы. Так, блин, как все печально-то. Вару мы поставить не можем.
Одну придется закидывать. Ё-моё. Да нет, на самом деле пробуй. Просто я сколько играл, я к таким выводам пришел. Надо дальше тестировать. То есть... Тут можно еще гидру положить, которая за 7-7, когда умирает, всех убивает. То есть есть такой вариант и с гидрой. То есть ты ее ставишь, отдаешь блок, чистишь тоже весь стол. Так, нам все равно надо кого-то поднимать, иначе мы умрем. А мы и так умрем. Там если торч будет, то нам надо по-любому отблокать как-то один ход. А нам некого. Да. Все, сейчас торч, нас убили. Не хватило одной жизни прям буквально. Надо бы на предыдущем ходу поднимать эту Харбингера, что-то я совсем про него забыл. То есть, если я его на предыдущем ходу бы поднял, я бы сейчас его до 6 маны просто сыграл. И похилился, и еще поблокался бы им. Торч бы его не взял. Я бы его мог 2 хода поднимать. На самом деле, я говорю, сразу тракторист предостерегаю. Она веселая, поэтому... Не ожидай, что ты на ней будешь там много выигрывать. То есть она просто веселая. То есть у нее шансы, ну, 50 на 50, даже меньше 50. То есть некоторые колоды ее быстро убивают, она больше для веселья. Если у тебя нет каких-нибудь серьезных колод уже, там, Ракана, Чалиса или еще что-нибудь. Не, это по одной всего лишь. Анимис тоже по одной. То есть если у тебя нет хорошей колоды какой-нибудь одной, нормальной топовой колоды, я бы тебе не советовал ее сейчас собирать. Поскольку сначала надо взять одну нормальную, только потом можно хоть какое-нибудь веселье набирать. Раньше не стоит это делать ни в коем случае. Это, конечно, здорово. Но результат можете разочаровать просто. Там нужно 4 вары, одного Найтмауа, одного анимиста и 3 харбингеров еще надо. То есть очень много. Не хочу я ставить, чтобы он не попал под пермафрост, например. Если есть гидра, например, 7-7, когда умирает, всех убивает, можно ее попробовать. Да, отлично, unblockable пошел. Давайте мы один ход подождем сейчас с вами, на самом деле. Нам сейчас unblockable смысла ставить нету, да? Мы поставим с вами Гаргону. И скинем. Скинем мы... Еще одного стритейлера, да? На следующий ход мы поставим с вами анимиста. Пройдем Гаргоной. Подровываем карту. Потом посмотрим, что будет. Пермафрост, ладно. Не получилось так сделать. Поэтому пошли дальше смотреть. Давайте мы все скинем сейчас им. Да, все замечательно. Подровываемся. Хаунтинг Скрим. Да, Хаунтинг Скрим нам надо оставить. Скидываем земельку. И ждем. Сейчас главное тут сильно ничего не проиграть, но у брони противника нет ничего такого сильного, прям чтобы надо за пару ходов убить. Поэтому у нас все замечательно с вами. Давайте мы сначала со скрима с вами сыграем Гаргону. Подровываемся и посмотрим. Еще Столитейлер, Вара, отлично, у нас Вара, да, то есть мы закидываем
Дроваемся, закидываем на кладбище Вару. Вообще замечательно. Играем сторителлера. Угу. То есть на следующий ход, если нам придет земелька, мы закидываем Вару, поднимаем две Вары, поднимаем Гаргону. Сейчас посмотрим, что нам придет. Земелька, не земелька. Если земелька, будет все замечательно. Да, земелька, отлично. Пришла земелька, мы с вами подровали. Грасп просто суперский. Подискардили Вару. Подняли. Оппонент сдался. Да? То есть мы поднимаем Вару за Варой, поднимаем Гаргону. И у нас еще два с вами есть. Две крутилки еще есть. Чтобы еще раз все это провернуть, если вдруг зачистят. То есть вот такие дети, которые дают нам немножко времени. То есть если там Праксис не раздается. Если Элизиум чуть-чуть не раздается просто. И там нет Сайленса какого-нибудь. То очень приятные такие матчапы получаются. Так что нам спокойно дали время раскрутиться. А против Крич мы работаем просто офигенно. Давайте попробуем. У нас нету пока реанимации. У нас есть сброс, есть в крайнем случае 3-3. И может что-нибудь попробовать посмотреть. Вдруг получится. Опять Элизиум, да, соответственно. Здесь у нас парит только пермафрост, и то мы можем еще своих убить. То есть, в крайнем случае, можно аннигилейтом убить своего, который сидит в пермафросте, поднять его. Харбингер, Харбингер, Харбингер. Нужен ли нам сейчас Харбингер? Нет, пока он нам не нужен. Если что, мы его на пятый ход поднимем, да, и на шестой покастаем. Не забыть главное. Давайте, я хочу поставить здесь все-таки... Вдруг у него будет там, например, 4-1 даунволтер или висп, а у меня будет 2 нигилейта. А, он Вара Фавор играет. Ну, ничего страшного на самом деле. То есть это не Элизиум все-таки. Отлично. Анимист. Проблема только в том, что сейчас если выйдет Стюарт... Мы потеряем с вами анимиста. Ну, куда деваться. И еще что-нибудь потеряем. Но против черного нам лучше не ждать. То есть это спер-контроль получается какой-то. Даже не хочу пробовать, что-нибудь там есть. Пока просто поставлю, и мы подумаем. То, что у него там может быть Айн в атаку, да, у него Айн оказался. И маска, да, то есть это вот что. А, мы уже играли, кстати, с ним на самом деле, с Айрексом, с Крайксом. Да, я пропущу, мне так вообще не критично на самом деле. Я только не пойму, зачем он это сделал. Дал мне пройти... Гаргоной. Отлично. Одну Герлисон сбросим. Не пойму, зачем он дал мне пройти Гаргоной. Может, лучше будет ремувал. Хотя нет, странно. Да, я все равно сквозь него сейчас не пройду, почему бы не умереть. Понимаешь, там максимум маны все эти, но... Анимиста, да? Анимиста могу ли я поставить? Нет, пока не могу его поставить. Давайте продолжим дроваться дальше.
Отлично, суфокейт пришел. Стукнем на единичку. И давайте подровываемся. Хотя нет, пока не будем дроваться. В его ход подровываемся, потому что мы и так земельку сыграли. Нам дров не обязательно сейчас. Вдруг он захочет что-нибудь на него потратить. Ну, вряд ли, конечно. А, да, захочет. Это хорошо. Значит, он на 3 не похилялся. Не посмотрел карту. А, карту он все равно смотрит, только лайфстил не делает. Все, а блин, а в магии бы она отлетела просто. А, аметистринг. Окей. Так, что нам критичнее? 3-2. 3-2, нам надо вперед подровываться. Конечно, плохо, что вдруг у него там айн будет какой-нибудь, но... Давайте проверим на спел. Варафавор, ладно. Он скоро поставит Торментор, начнет ставить. Все-таки айн, да? Противно, у него очень много жизни, а у нас нет с вами ни вар, ничего. У нас есть только один анимист. Но он нам как бы не поможет здесь. Сейчас не знаю его смысла поднимать-то нам нету. А с другой стороны, вообще что делать? Еще одного Харбингера. Не, лучше, наверное, анимиста. Вот без колеров бы лучше бы ничем не менять. Без колеров там нужны. То есть ты их ничем не заменишь. Это единственная рарка, которая там обязательная. И заменять ее, это очень сильно ухудшать колоду. То есть постарайся что-нибудь распылить, докрафтить, и без колеров нужен комплект все-таки. Их заменить там ничем нельзя, это одна из ключевых карт. Кого-то поднимет, что ли, сейчас? Дико сильного. А, Вара. Ох уж эти долгие игры, блин. А вот нас Вары нету, блин. Где же наши вары все? Где-то же они должны быть. Прикольно, такая же комба, похожая, как и у нас. Только у него уже с начальной игрой и с контролем. То есть у нас на скорость рассчитано, а у него на контрольный вариант рассчитано.
Я, конечно, типа так вот, но у него все-таки есть маска, поэтому... Он сейчас придает с масочки себе. И все, сейчас придет Торментор. Можешь просто посмотреть, как он это сделает, и все. Возьмет ход и Торментора призовет. Давайте дадим ему это призвать. Встретились, да? Две деки реаниматорные. Ну, да, кстати, тоже прикольно, на самом деле, у него дека. Надо будет ее тоже попробовать как-нибудь. Сейчас я запишу. Маска-реаниматор. Точнее, это скорее просто маска. Уже второй раз попадаемся на него. В принципе, довольно прикольно. Мне нравится, как у нее это работает. Я люблю всякие такие колоды. Комбовские. Нам сегодня даже часто приходит, да, первый ход Storyteller. Правда, сейчас, скорее всего, нам его убьют торчом. У нас есть еще второй. И это замечательно. Нет, нам даже дают его сыграть. Давайте мы подискардимся. Варафавор. Нет, давайте мы подискардим. Нам, в принципе, без всего с вами нужно. Давайте Storyteller подискардим. Конечно, это плохо, если его убьют. Здесь у нас ремувал хорошенький. Хотя против Праксиса можно было этот ремувал скинуть на самом деле. Вы бы ничего не потеряли. Ну тут все просто. Найт мало. Давайте оставим. Потому что мы убьем его варафавором. Хотя вдруг у нас будет это 1-1. А, обелиск. Ну ладно, теперь тоже его убьем, тоже неплохо. Хотя, давайте мы сначала подискардим все-таки карточку, посмотрим. Хотя, что нам дискардить? У нас вообще все отлично здесь. Давайте мы варафавор. Потому что она нас никого не убьет, правильно? А на следующий ход мы хотим просто поставить Найтмава и пинать его по семерочке. Найтмава здесь ничего у него не убьет, только облитерейт плюс торч. Кстати, можем еще на самом деле один ход подтянуть. Мы сейчас можем подискардить подроваться. Да давай сразу Найтмава поставим на его. То есть он может убить его, облитерейт 6 и торч. То есть ему надо 6 маны и торч облитерейт. На самом деле это замечательно. Давайте мы сразу убьем, подискардимся вначале. Да, давайте мы сначала сделаем дискард. Отлично, один Геральт Сонг. Мы его уберем. Убьем сразу Титана. И спокойно будем его просто бить. Возможно, там может быть этот Парифи с Сайленсом. Но это все фигня на самом деле. Давайте дальше подискардимся. Нам Гаргону надо.
А, Snowcrest. Ну, нам тоже он подойдет на самом деле. Давайте еще раз подискардимся. Devoir. Нужен ли нам здесь Devoir? Наверное, нам нужен Devoir. Нам... Нет, нам не нужен Devoir. Здесь пермафростов нету. От Сау спасать, кстати, только его. Кстати, возможно. Возможно, стоило оставить его от Сау спасать. Я тут пожадничал немножко. Так, больше нам нельзя. Нам надо поставить блокера с вами. Хотя сейчас может быть торч облитерейт. Но это 3. А, ну как раз облитерейт плюс 3 урона девяточка, да. Сейчас противник нас может убить. То есть блок сюда. Блок сюда. Блок. И дестрайк в титана. То есть будет ли облитерейт сейчас? Вот в чем вопрос. Обычно у них есть облитерейты. Потому что я не удивлюсь, если сейчас нам на 6 в лицо стукнут как раз. Если вдруг он пойдет одним и похилит, то у нас с вами есть скрим в 1-2. Да, облитерейт он не поднял оппонент. Нет, синенька нету, поэтому, наверное, заменяем. Это, наверное, будет последняя игра на сегодня, потому что время уже довольно многовато у меня. Поэтому сейчас доигрываем, наверное, эту. И на сегодня это все. Опять же, если кто в английском разбирается и любит драфты, Man and Mouse, у него сейчас как раз драфт со зрителями, когда зрители все пикают. Очень интересный вариант. Можете пойти к нему и повеселиться довольно хорошо. Плюс там у него народ довольно неплохой собирается. Плюс сам Эндмаус в драфтах, на мой взгляд, самый лучший. Хотя, возможно, я сейчас натупил, и надо было просто его убить, чтобы он что-то не подровал. Нам это очень может быть критично, хотя кто-то там может быть, даунволкер только. Да не, нормально, кстати. Неправильно мы сыграли земельку, нам надо было сыграть вот такую, на следующий ход уже со спорфолком. Возможно, возможно нет. И давайте мы его сразу убьем, я не хочу, чтобы там был титан какой-нибудь и так далее. Точнее, пусть будет титан, но лишние два дрова нам сейчас не надо. Потому что если он что-то быстренько найдет, это будет очень плохо. Две карты слишком сильно решают. Там даунволкер какой-нибудь лишний найдется, и нам просто по 4 нас будет пилить. У нас есть две вары, нам нужен с вами один скрим. Ой, один грасп. То есть один грасп, и у нас все замечательно. То есть практически с нами опять ничего не делает. На самом деле я убью еще раз его. Я... Все это печально. Даже на виспа готов тратить. Что уж у него так... Может, конечно, у него был титан на 4 манах, просто он ждал виспа титана потом.
Ага, маг. Ладно. А, отлично, ребят, кстати. Давайте-то сразу прям начнем. А, нет, нам пока рано еще начинать. Мы поставим Гаргону. Да, все отлично. Поставим Гаргону и помилимся. Отлично, мы Харбингера закинули. Да, отлично, мы закинули Харбингера. Все замечательно. Теперь вопрос, есть у него сало здесь за 3 маны быстрым сполом или нету? Если нет, у нас очень все хорошо. Да, я спокойно размениваюсь всем этим. Мне вообще не страшен этот размен. Черт вызывал тоже, я спокойно сварка меняюсь. Да, конечно, забирай. То есть варки теперь только облитерейтом уничтожать. Нам, конечно, сейчас нужна манка уже. Все нормально, мы застабилизировались. С другой стороны, мы можем поднимать с вами много кого. Мы можем ходить в атаку этим 3-5, отдавать его в блок, поднимать ту же самую Гаргону, ставить сразу вот двух вот этих. Можно поднять спорфолка, поставить спорфолка, замилить еще все там дальше. Да, я спокойно здесь отдам вот этого сюда. 6, я думаю, я могу спокойно пропустить. Не так это много, мне нужно 2 варки сейчас, чтобы побольше поднимать. Так, кого нам только ставить? Наверное, спорфолка. Одного спорфолка. Угу. А мы только одного и сможем поставить, да? Вару пока сейчас... Вару сейчас перекрутим через спорфолка. Да, поставим спорфолка. Да. Спорфолк нам все будет кидать. Сейчас у нас идет вара. То есть с вары мы поднимаем вару. Да, мы всех замилили. Мы замилили себе руку. Смотрим, кто у нас появился. Харбингер. То есть со второй вары мы давайте поднимем Харбингера, чтобы похиляться. Ну и варки можете теперь в атаку сходить. Да, то есть была вара на столе, подняли спорфолка, со спорфолка поставили еще одну вару, в этот момент спорфолк замили, у нас появился Харбингер. То есть вот еще один из вариантов таких раскруток.